Червонцы, говорит, у тебя в магазине по 60 тысяч, говорит, а когда можно их, говорит, 54, 55, типа смело можно найти, мол, можно смело найти. Вот ты понимаешь, если ты разбираешься, купишь, да, за 55 и за 53 можно купить. Но как я могу, если я даже закупочно, у них там будет 53 тысячи, как я их могу продавать в магазине за 53 тысячи, скажи мне. Тут у меня все официально, все через налоги. А как ты хотел? Вот ни один официальный магазин не может по закупочной цене продавать ничего. Я здесь проценты плачу. Как я могу? Оно у меня всегда будет дороже на 15%. Понимаете? Поэтому он, по сути, не может 55, то червонец у меня купил. Все, что там закупочная цена, плюс 15%. Но вот этот 15% дает гарантию на всю жизнь, понимаете, да? И спать спокойно. Переплатил 15%, зато будешь спать спокойно и не потеряешь 100%. Понимаешь? Поэтому глупости не надо говорить. У меня здесь все официально. И где вот это вот, где там в магазинах, там в каких-нибудь, там неважно, где продают, это все неофициально. Потому что официально ты платишь проценты, и быть не может, он стоит по, ну, за 55 тысяч, ты не можешь его купить в магазине, в официальном, где там вы даете официально все. Понимаешь? Поэтому, не знаю. У меня всегда он 10-15% дороже здесь все. Зато мне все настоящее. Здесь в таких делах цена вообще неуместна. Здесь самое главное, что это все подлинное. Понимаешь? Это самый важный нюанс. Поэтому всем удачи.